Деда Мороза или Снегурочек, как это мы уже назовем. Сегодня мы будем делать игрушки новогодние на нашу новогоднюю елку. Для того, чтобы нам задекорировать сегодняшнюю игрушку, нам понадобится заготовка. Это деревянная заготовка. Нам понадобится специальные краски и акриловые или грунтовка, это называется. Использовать будем специальный декупажный клей. Также мы будем использовать акриловые разные краски. Все знают, что есть кисточки, но мы тут еще будем пользоваться плоскими кистями на синтетической основе. Они удобные тем, что они мягкие довольно-таки, они очень прочные, и их можно, все, что хотите с ними делать, они прослужат вам долго. Плюс мы будем использовать интересный такой материал, называется, кто знает как, это мастихины, контуры для декора. Итак, приступаем к первому этапу нашей работы. Перед вами лежит заготовка. Мы сейчас будем грунтовать нашу поверхность. Зачем нужна грунтовка? Чтобы лучше ложился наш рисунок. Мы не будем рисовать. У нас изделие получается как будто бы нарисованное, да? Как будто мы это сами, художники, берем и все рисуем. Мы берем нашу кисть и грунтуем, то есть красим оставшуюся чистую поверхность. Мы декорируем нашу поверхность, поэтому я сейчас, все слышите, да? Всем дам салфетки, вы выбираете свой рисунок. Мы на этом мастер-классе мало того, что узнаем, что такое декупаж, плюс прикоснемся к элементам декорирования, аж к трем, и еще узнаем, какие бывают структурные пасты, и попробуем работать с мастихином и со структурными пастами, которые называются хрустальная структурная паста. Мы развиваем моторику рук и обрываем. Смотрите, вот берем вот такими мелкими движениями, обрываем нашу салфетку. Мало того, что это нам позволяет не делать четкие границы, края, и у нас потом будет очень аккуратная, интересная работа. Для того, чтобы наш рисунок был четкий и как будто бы он нарисованный, а не наклеенный, мы нашу салфетку расслаиваем. Она у нас, салфетка, состоит из трех слоев. Обратите внимание, мы оставляем верхний слой. Берем опять же наши кисти, которые вытерты от лишней влаги. И у вас уже в стаканчиках налит вот этот вот декупажный клей. Макнули хорошо кисть. Мы с середины начинаем вот такими вот движениями. Приклеиваем в нашу салфеточку к нашей основе. В преддверии такого шикарного семейного праздника мы рады пригласить всех на такие семейные мастер-классы. Следующий семейный мастер-класс «Новогодняя игрушка» 21 декабря в этом кафе «Старомисто» с 12 часов.